Это может шевелиться, да? Маша! Ты Маша, ты угораешь, что ли? Да Маша, да хватит! Че это такое-то? Да хватит, причёсывай. Синий. Друзья, перед тем, как приступить к просмотру моего уничтожения, важная информация. На Невском 126 ФСБ Бургерс вы теперь можете приобрести мой первый в мире полезный именной бургер. Друзья, вот он, Столяров бургер. Он просто пахнет здоровьем. Мы с Машей вложили всю свою любовь, все свои знания. Он максимально полезный, вкусный. В общем, приходите на Невский 126 и попробуйте его. Всем привет, друзья, с вами Солова Мария. А меня зовут Алексей Столяров. Вы благополучно на предыдущем уничтожении набрали 50 тысяч лайков. И моя очередь. Сегодня меня Маша будет уничтожать. Да, но я решила, что очередная тренировка, на которой Леша умрет, это слишком неинтересно. Как у тебя идет секундомер? Я приготовила ему 5 заданий, 2 из которых более-менее нормальные, а 3 чуть-чуть потяжелее. Обязательно ставь лайк, подписывайся на наш канал, если ты это еще не сделал. Угадай что? В смысле угадай что? Съедобно или несъедобно? Я не зря тебе дала повязку, ты сейчас будешь, мне кажется, есть. Ты должен быть осторожен, но перед тем, как понимать, что ты ешь, понять, можно это есть или нет. Давай! Сейчас он будет пытаться угадать, что это, но так как его задача выиграть меня, я сделала так, что он не сможет угадать, что это. Это может шевелиться, да? Маша! Ты Маша, ты угораешь, что ли? Маша, я не буду это делать. Понюхай, я с руками. Ты тихо, только не тыкай меня! Да не тычи меня! Маша, что ты? Маша, что ты? Ты что, вроде пахнет? Я в руке держу, успокойся! Понюхай, не бери пока! Чем пахнет? Кузненьким! Маш, точно не прыгнет? Да не прыгнет! Ты готов? Да. Попробуй, скажешь, что... Ты специально это делаешь? Ну это что-то вкусное вроде. Что сладкое? Ну, шоколад молочный какой-то. Ну, такое желе какое-то. Шоколад или желе? Ну, желе скорее. Шоколадное желе. Залетать будешь? Нет. Маша, меня пугает, что там открывается что-то. Фу, воняет! Чем воняет, Маша? Маша, ты хоть раз двинься. Это палка с тараканами? На самом деле, все гораздо приятнее, чем ты думаешь. Специи какие-то. Ну, это ты точно не угадаешь. То есть до этого был шанс. Ну, вот здесь аккуратненько. Ты не догадаешься, что это? Не знаю. Нереально. Еще что-то? Последнее. Да может, да хватит! Сверху тыкай. Да. Еще раз туда же. Тебе же надо понять, что это такое. Можно это есть себе? Вкусно? Нормально. Ну что, конечно, не угадал. Ты вот это ешь, молочный пудинг. Первая была конфетка с кукурузой, которая так сильно тебя напугала, что ты просто упала с ящика. Это были соевые какие-то хреновины, и это были грибы. Это было очень страшно. Конфета самая страшная. Друзья, пока меня Маша окончательно не уничтожила, с помощью вас мы хотим выявить, кто из нас круче. Поэтому в Санкт-Петербурге 5 августа мы бежим в гонку «Стань человеком» от Рибок. И для того, чтобы отобрать участников команды, 29 числа мы с Лешей проводим открытую тренировку на Крестовском острове, в Приморском парке Победы, рядом с Южной аллеей. Не забывайте, для того, чтобы стать участником нашей команды, вы должны быть из города Санкт-Петербург, и вам должно быть больше 18 лет. Все подробности участия мы оставляем в описании этого видео. Некоторые задания подобраны таким образом, чтобы они нас почувствовали в своей шкуре. Давай. Чё, за 30 секунд? Ты угораешь? Да. Все, мужики, я докажу, что это реально. Я специально взяла Элечку размером, мне все подойдет. Че это такое-то? Это силиконовая штучка, чтобы они не съедались на меня. Тебе подсказку там, если вот здесь шов, значит это сзади. Я сейчас зайду как младенец. Раз, два, три. Все? Какая складка-то? Давай, складывай. Все, хватит, все. Ребят, посмотрите, пожалуйста, комментарий. Я первый раз сделал. Так с пацанашками людей, где склад? Все, я все сделал. Ну что, ребят, первое задание-то я провалил, но второе-то я выиграл. Ну, выиграл. Че? Депиляция. У нас есть полосочки для депиляции. Леха ждет.
Один из самых приятных процессов. Че, всю ногу делаем? Нет. Три полоски. Нет. Чего нет? Одну вот сюда, Маш, нет. В смысле? Ты знаешь, что если ты сделаешь одну, ты никуда не пойдешь с одной? Пойду. Цены тут сразу две. Подожди, только предупредить надо. Не надо. Ну что? Это совсем жесть? Это совсем жесть? Ой, блин. Вот как просто быть девушкой. Че, больно? Ну, это так. Ну, неприятно, но ты меня готовила какую-то жесть, ты просто. Я, видимо, быстро сделала, мне не рисунуло тебе удовольствие. Нормально. Нормально? Ну, на опыте, да, терпимо, терпимо, не, ребят, терпимо. Нифига, как хорошо. Я прошел все Машины испытания. Давай, я прямо... Это в два раза медленнее. Не-не-не-не-не-не, Маш, так же. Что ты прочувствовал? Нет, не надо, чтобы я все прочувствовал. Да? Зачем ты это сделала? Так больно! Маш, ты знаешь? Вот это, кстати, вот так лучше. И вы больные, вот всю ногу так или иначе? Всю вообще. Вы больные. Ну, блин, как ты хотела? Ты думаешь, почему у нас такие гладкие ноги? Мы так мучимся ради вас. Видишь, как тяжело быть девушкой? Больше не причин, когда ногу собирались. Накрасить ногти за одну минуту? Да. Все? Девочки, пожалуйста, напишите в комментариях, кто красит ногти все за день, за ногти. Быстренько, перед выходом же надо подкрасить. Я очень долго выбирала цвет для тебя. Синий. Штарил, как твоя машина? Цвет бэйхи. Что, у тебя есть одна минута и 10 пальцев. Твоя задача накрасить. Красиво. Раз, два, полторы. Старайся! Нельзя на кутикулу выезжать, гоняешь, у тебя все... Ой, ёпта. О, боже. Я выиграл тебя, Маш, я выиграл. Лёха, на самом деле, еще не знает, что я купила лагерь Арктейн, он сезон не купила. Я все задания вашей женщины прошел. Все, абсолютно все. В общем, друзья, сегодня самый был необычный выпуск. Мне пришлось испытать все это на себе. Мужики, от вас, пожалуйста, комментарии, лайки. Я очень жду от вас поддержки. В общем-то, друзья, каждая девушка, которая хочет испытать вас на этом, сегодня я попробую. И ты увидел, как ты будешь выглядеть в этом во всем одеянии. Ну, я думаю, что Леша понравилось. Девушке тоже не обязательно поставить лайк, потому что Леха старался. Правда? Я старался. Особенно первое испытание. Вы видели, сколько страха он пережил. Так что подписывайся на наш канал. Только здесь ты увидишь такой спортивный трэш. С тобой был Алексей Столяров. И Мария Соколова. Лайк, комментарий обязательно с тебя. Пока.